Всем доброе утро. Светланка решила приготовить сегодня борщик. Так, Светланка? Да. Доедали то, что есть. Хочется что-то жидкого, свежего. У нас привыкли каждый день свежее что-то возьмать. Свежий борщ и свежий суп. Ну, уже так как мы доедали после праздника, много всего было наготовлено. Сейчас приготовим борщ. Кстати, сегодня 10 число. У Любы, канал Люба Киев. У Светланы сегодня юбилей. Я поздравляю искренне с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья и всего-всего самого наилучшего, что можно пожелать. Привет во всей большой дружной семье. Так. Нет у нас свинюшку, и так бы сейчас бы качанчика дали. Уже свинюшек нету. И все. Надо кому-то собирать. Если у кого-то там есть животное рядом, надо спросить. И отдавать. Жалко, много остается. Качанчик, еще что-то такое. Ну, скоро наближается Старый Новый год, Василя. Я думаю, что в этом году на Василя кто-то все-таки придет передавать. В том году приходили к нам соседи, да, Андрей? Ну да, я думаю, в этом году тоже придут. Посевали нам, ребята приходили, посевали. Это они 13-го вечером ходили, да? Вот. Вот какие-то дела. Настроение хорошее. Сегодня у нас 4 градуса мороза. Снега нет. Обещает завтра, послезавтра, Андрей говорил, 10 градусов, не знаю. До 12 передавали. До 12. Снега нет, но мороз есть. Может, упадет с них. Ой, что не верится в этом году. Как мы ждем этого снега. Это правда. У нас что там, бабушка службу смотрит, да? Ну, сейчас слышу, что сейчас в церкви отправился, да? Ну, мать ходит в церковь по телевизору. Ну, так, что сделать? Я не знаю, что она боится выйти. Сколько раз говорил, пойдем в церковь, она не хочет, я откуда знаю. Хочет, хоть смотрит по телевизору. Дело добровольно, каждого свое. Да, сегодня минус 5, минус 4 где-то есть градусов. Я смотрел, минус 5 было с самого утра на улице. Снега нету, но приморозок хороший. Утром, когда проснулся, 7 часов, то все было белое, забор был белый. Светланка сегодня дорожку сполоснула, коврик я бросил на забор, потому что она так хорошо не выжила. Водичка стекает, как раз будет прекрасно. Наши собачки погуляли с утра, с минут 20, и сразу домой убежали, потому что прохладно, уже спят. Тяном. Хорошо, что я тяном накрыл сверху машину. Вся белая, видите. Сегодня опять буду кататься по двору. Светланка там борщик варит. Пока наши собачки спят. Бо я переживаю, когда они на улице бегают. Переживаю во дворе ездить машины. Потому что можно не увидеть, что наехать. Они любят под машиной бегать. Трава вся белая. Так, чем занимаемся, молодые люди? Чем занимаемся, молодые люди? Моют машину, да? При температуре минус 3 хорошо моется машина? Нет, сейчас 0. Уже 0? Ну, хорошо. Малыши играются во все. А мама там приготовила борщ, уже и кекс готов. Мать гуляет, пока тепло. А там дальше не знаю, как будет. Ну, после обеда может быть прохладно, но очень хорошо. Я, хоть даже мороз, но он чувствуется, с утра был мороз, то чувствуется совершенно по-другому дышится. Все-таки мороз нужен. Мать рассказывает, что какой-то мужик у нас во дворе багажник открыл. Она ему, я упала на голову, так, ну, все что.
Дякую, бабушка. Тебе что, сон приснился? А я знаю. Такой сон. Чего оно старенько, чего оно не держало? Чему же он забыл? Нет. Вот эти штуки, которые у него, наверное, не держали, он, наверное, палкой подпирал. Это что, был случай такой? Я не могу понять, о чем вы говорите? Мать рассказывает, что у нас мужик во дворе. А, багажник открыл. Случай. То не багажник он открыл, тогда а я была, домкрат. Он поставил. Ну, в девятиэтажке было, он менял колеса. Ну, домкрат у него упал. Его убило сразу, не смогли поднять машину. Это я помню хорошо, да. Она впереди была, мужика, да, его придавила. С этим надо аккуратно, это правда. Еще рассказывали, что и жена, и дети рядом были, только отошли. И домкрат упал. Ну. Да я сама видела, как он залез на него. Это при моей, на моих глазах было, Андрюш. Подбежали люди, но он уже не могли ничем помочь. А я помню. Пьяный был. Не пьяный. Если большая машина сразу на него упала, то, конечно, что там? Капот. Причем тут пьяный. Я домкрат урвался, то хоть и пьяный. Доля, ну прекрати его кусать! Не нравится. Так где она кусает, потому что он пищит уже вовсю. Она его за ухо. Он бы пищал, он бы с ней не игрался. Он падает, кто? Это такая самая кирфиля. Перекоти поле. Филя, Виля, он молодец. Пришел домой. Он замерзает, сразу идет домой. Он долго не хочет. Он сразу да, он долго, если ему холодно, он сразу просится сразу домой. Сразу домой просится. Он молодец у нас, золотой. И Томас, я тоже, Томас вообще молодец. Уже сколько, пятый месяц, но он молодец, на улицу просится, ходит в туалет. Может быть, если ночью там, если мы так, говорится, холодно на улице, но он все равно будет пеленка при входе стоять, если он будет тукать-мукать, но все равно, если не получится, может сходить на пеленку. А так он выходит на улицу. Он на практически целую ночь спит, да, Андрей? Ну, молодец, он сразу с утра выходит на улицу и свои дела делает. Ну, молодчина. Это Доля, Доля после операции всю снету. Да, собаку... Она может накисить и на пирог. Да. После стерилизации, она, после вот этих стерилизаций, и против, и когда вот это стреляют, все, ее на улицу не выженешь. Это какой-то кошмар. Ее надо выводить, ходить с ней, кружлять, ходить везде. Но она... неадекватно себя ведет, не знаю. Постирали сегодня еще дорожечку одну нашу, повесили. Сейчас. Коврик, да. Я показывал. Он стекает, сейчас стечет. Да, стечет, а потом поставим, он будет сушиться наверху или на улице, хорошо посушится, потом домой занесем. Я на траву заехал. На траву заехал? А что так рулил? Ой. Трагедия, все, что будем делать? Трава не вырастет? Она просто мокрая, она топталась, ничего страшного не было. Не рассчитал и не увидел, и заехал. Как у вас настроение? Ждете старого Нового года? Андрей, тебе ничего не писали в отношении курса вождения, еще ничего не известно, да? На Вайбер не приходило сообщение, Андрей? Алло, Андрюш, на Вайбер не приходило сообщение насчет курсов? Нет, да? Насчет 15-го, да. 15-го числа. Опа, Курич. Ну. Я не приходила. Ну, молодцы. Сейчас пойду покажу, какой я испекла кекс. Красивый. А вы погуляете еще немножко? Сейчас повесим и белье на улице. И тогда пойдем обедать. Тут нам вылезла цыпулечка. Ну, было тепло, наверное, поэтому против вылезла. Да. Я уже давно ничего не пекла. Практически, если покупаем какие-то или сухарики, или печенье. Но сегодня что-то захотелось. И Андрей меня сильно любит печеное. Хотя по нему не видно, что он любит это печеное. Он сладкое любит. И бабушка Оля тоже сегодня, когда пекла кекс, да что ж так пахнет хорошо. Они же соскучились, я давно не пекла. Не... Может, от того, что я сама не хочу есть. И Коля не ест, не хочется, чтобы надо как-то силу воли иметь. Ну, вот такой кекс спекла с изюмом.
Как всегда, я вам хотела бы показать мои орхидеи. Вот видите, расцветает красота моя. Тоже вторая орхидея. А эта же полностью расцвела. Белая. Еще одна осталась. С удовольствием, когда встаю утром, иду на кухню и вот смотрю только на свои орхидеи, и мне совершенно по-другому становится на душе. Люблю цветы, обожаю. Так бы хотела, где попасть там, где очень много-много орхидеев, очень красиво, где их очень много цветут, потому что, я думаю, орхидеи не дают очень хорошие позитивные эмоции. Для людей, которые любят цветы, и для людей, которые даже и не любят цветы. Ну, я не знаю, как можно не любить цветы. Мне кажется, оно же живое, цветет. Так красиво. Приготовила сегодня борщика свежего, потому что мы там доедали очень много еды, было голубцов. Сегодня я сварила свежего. Тоже для Коли приготовила немного кабачков, те, что заморожены, у меня были желтые. Вот. Что еще у меня есть? Грибная подлива у меня еще осталась белая. И приготовила еще кускус сегодня. Вот такой. Я обожаю кускус. И все его любят. Она очень такая рассыпчатая крупа. И собаки даже у меня есть. И приготовила куриную грудку. Вот такую куриную грудочку. Вареную. И теперь, как всегда, надо еще что-то сделать. Там у меня машинка надо повесить, потому что надо каждый раз стирать что-то. Как маленькие дети, что сделаем, надо стирать. Третий. Сегодня я в Колиной комнате тоже поменяла. Покрывала, перестирала. Вот мои цветочки, как всегда. Утречный. Некоторые говорят, она постоянно показывает цветы. Да, мне нравятся цветы. Я хочу, чтобы вы смотрели на цветы. И чтобы вам было весело. Чтобы вы себя по-другому чувствовали. Чтобы вам цветы давали позитивную энергию. И, конечно, наш любимый Тимошка. Да, наш Тимошка картошка. Скажи, здравствуйте, дорогие мои зрители. Это я. Это я, Тимофей. Все говорят, почему ты не разговариваешь? Скажи, я не разговариваю, я попугай, который не разговариваю, да. Я только могу, скажи, хвостиком милять, да? Хвостиком своим крутить, вертеть. Да? А ну покажись. Тима, дай. Ну, ну. Ну, красавица, давай. Тимоша мой, красавец. Тимоша мой, красивый мальчишка такой. Покажись, какие ты у нас такой. Да, смотрите, какой я, скажи, красивый. Да, особенно красивый, когда я летаю, скажи. Да? Тима. Смотрите, скажи, у меня такие красивые две палочки любимые. Да, скажи, какие у меня любимые палочки, посмотрите. А вот и я, скажи, привет. Привет, скажи всем. Это я, Тимоша, скажи. Тимоша картоша, да? Тимошка мой. Тимошечка мой. Все переживаю его, когда собаки дома. Практически, если мы его выпускаем, я закрываю двери, чтобы, не дай бог, все-таки собаки охотничьи. Всяко он такой может и опуститься на пол и ходить себе. Он такой же любитель погулять. Полетать, а потом может и ходить по полу. И чтобы ему ничего плохого не сделали. Хотя Доля только интересуется. Она приходит, да, приходит, скажи, меня постоянно носом тыкает. И малы. А Виля только смотрит. Но Виля, скажи, меня лучше всех знает. Он ко мне лучше всех относится, да. Виля, скажи, у меня друг с детства. Вот такая наша красота. Красота наша, да, Тимуль? Тимоша. Тимошка. Скажи, всем хорошего дня, скажи. Ма, сейчас Андрей отъедет, и пойдем будем кушать. Я там приготовила. Пойдем за стол. Сейчас Андрей хочет немножко машину отогнать. Это мяч, мы идем.
Это Долька тебе специальная, да? И у нее такая привычка носить мяч. Спать с мячом, носить всем, кидать мяч под ноги. Она это любит, да? Да не хочу раздавить. Мам, аккуратно смотри, Андрей, будь сдаваться. Следующий урок вождения. Он сегодня с утра немного поводил, не знаю, ему понравилось. Набивает руку вождения. Мама открывает ворота, давай. Говорит, выезжай вперед. Боится, смотрит, чтобы там не ударить еще все-таки. И так резко притормаживает. Припарковался, машину помыл, все в порядке, идем обедать. Будем пробовать Светланкин борщ. И не только борщ. Кекс, смотри, какой классный в разрезе. А, ух ты. Я ж не видел машину, мыл-то не видел. О, какой классный кекс вышел. А пахнет как? Да, запах приятный, чай такой ванильки. Чай как раз, самый раз. Горячий, мабось? Борщ, да. Так. Такой лошмарь. Не знаю, я что-то со сметаной не люблю. Все я больше люблю борщ с майонезом, а ты? Я? Батько царя, мне с майонезом, Ну, как кто любит, я знаю. Ну, так как ты ешь с майонезом, я тебе составляю компанию. Бон аппетит. Спасибо.